Всем привет, с вами канал Art Mania. И в светофоре вот такие вот мы купили хлопья, хру, смайлики, kids для детей, полезное питание, здоровая улыбка. Так вот они выглядят, такой огромный большой мешочек. Здесь, наверное, килограмм, наверное, точно есть, а нет, 750 грамм. Цену уже, к сожалению, не скажу, уже не помню. Давайте посмотрим состав. Состав там, кстати, был кукурузная крупа, сахар, ячмень, солодовый консервант, та, содержащая злака, содержащая глютен, молоко и продукт. Молоко наливай. Так, вот так оно выглядит. Ничем не отличается от обычных других магазинов, которые продаются. Такие они все, ну, довольно средненькие, маленькие, большие. Вот побольше есть. Давайте ее попробуем. Вкусная она так или нет? Она чуть-чуть сладенькая, чуть-чуть даже, мне кажется, кисленькая, чуть-чуть как будто бы хрустящая. Довольно хорошо жуется, то есть не жесткая. И сейчас мы все это зальем молочком и попробуем, как это будет с молоком. Вкусно это будет или нет? Вкусно? Ребят. Да, вкусно. Так они выглядят, чуть-чуть уже полежали. Попробуем сейчас. Они уже мягкие. Такие немножечко жесткие в некоторых местах, но мягенькие. Сладкости особо нету. Ну, наверное, это и хорошо. В принципе, довольно вкусно. Да, довольно вкусно, кстати. Можно покупать. Есть. И довольно много. Наверное, не знаю, напишите цену, кто знает, в комментариях. Когда вот их жуешь, ощущение, кажется, как будто жую какой-то мелкий сахар такой непромолотый. И также, конечно, если она полежит немножечко дольше, хотя молоко не горячее, молоко теплое, оно прям вообще, они превращаются уже в какие-то как сопли, прям они совсем мягкие, прям ну, вот чересчур мягкие. Такое впечатление, как будто они в молоке пролежали там целый день до самого вечера, хотя там прошло буквально, не знаю, меньше 5 минут, наверное. Вот как-то так. Ну, в принципе, вкусно. Вкус кукурузы ощущается, но не настолько, как, допустим, более дорогих моделей, брендов. Ну, так изредка, если денег нету купить на подороже, то, в принципе, можно. Ну, наверное, знаете, если ее скушать сразу, прям вот залил молоком и начал есть, как у меня ребенок ел, то да, особо ничего не заметишь. А если вот подождать, я люблю, когда они мягенькие, но не как сопли, вот, то тут вот уже будет посложнее. Так, в принципе, нормально. Вкус кукурузы не особо, конечно, ощущается, сладости нет, какой-то странный привкус немножечко есть. Ну, в принципе, так нормально. Всем спасибо за просмотр. С вами был канал Art Mania. Мира вашему дому. Подписывайтесь. И всем пока-пока. Также подписывайтесь в Яндекс.Дзен, лайк и ВКонтакте группа есть. Мне будет очень-очень приятно. Всем пока.